Суд в Новых Стенах. В Дзержинске открыли дворец правосудия. Городской суд занял здание на Гайдара-10. На территории долгое время шли ремонтные работы. В новый корпус переехала часть персонала городского суда, руководство и судьи по гражданским и административным делам. Дзержинский суд будет продолжать работать и в старом здании на Чкалова 23. В церемонии открытия принял участие исполняющий обязанности заместитель губернатора Нижегородской области Никита Никитин и вновь назначенный ИО председателя Нижегородского областного суда Вячеслав Поправко. По современным меркам действительно очень нужный для города комплекс будет только самым началом. Видится, что постепенно вокруг этих зданий возникнет своя инфраструктура, инфраструктура, нацеленная на содействие гражданам в защите их прав, законных интересов. Я поздравляю Дзержинский городской суд с тем, что наконец-то он начал обретать облик дворца правосудия. И заверяю вас, что работа на этом не будет остановлена. Ну, наверное, где-то к 2021 году будет проведен ремонт, также комплексный ремонт остальных корпусов. И у нас будет настоящий дворец правосудия.